Угонщиком дорожного катка, за которым гонялись минувшие выходные, оказался 7-кратно судимый житель Ленинградской области. Очередная уголовная статья в отношении 33-летнего Александра Надымова возбуждена после погони на дорожном катке. Свидетелями дерзкой кражи стали жители дома на проспекте Ветеранов. На кадрах любительской съемки видно, как рабочие безуспешно пытаются отвоевать каток. Надо сказать, что действуют они достаточно решительно. Сам похититель, судя по записи, находится в приподнятом настроении и на уговоры не реагирует. Наконец, одному из дорожников удалось остановить угонщика. Это приводит к столкновению с припаркованными машинами. Тебя никто не трогает! К моменту прибытия полиции рабочие уже обезвредили злоумышленника. Сам угонщик, как выяснилось, был не трезв. По предварительной информации, в результате пьяного заезда пострадало от 2 до 4 автомобилей. Злоумышленник, очевидно, воспользовался тем, что рабочие на время оставили каток без присмотра. К такому повороту событий дорожники явно готовы не были.